Здравствуйте! Тренерский состав и опытные воспитанники Федерации дзюдо эту неделю провели в учебе. В Приморье приехал один из сильнейших японских мастеров дзюдо Кенджи Мицумото. Под его руководством выросли пятеро олимпийских чемпионов. Занятия в кампусе ДВФУ по японскому боевому искусству проводит главный тренер сборной Китая по дзюдо, тренер сборной Дании и Швейцарии, профессор Токайского университета Японии, обладатель 7-го дана Кенджи Мицумото. Кенджи не просто работал над техникой выполнения приемов, его уроки отличались закреплением традиций и обучением моральным принципам японского боевого искусства. Большое внимание уделялось порядку и расположению в зале, а также взаимоотношениям наставника и учеников. Отдельная часть уроков господина Мицумото была посвящена техническому арсеналу в дзюдо. Плодотворно эта неделя выдалась для воспитанницы отделения самбо уссурийского ДЮСШ. Во Владивостоке прошло первенство России среди борцов 2001-2002 годов рождения. На ковер вышли 393 спортсмена, более чем из 40 регионов страны. Воспитанницы Елены Селезневой и Кристины Сташкевич боролись за медали и путевки на первенство Европы. В весовой категории 52 килограмма финальная схватка прошла с участием нашей спортсменки Екатерины Циберт. Напомним, что Катя – победительница первенства России и мира 2016 года. В этом году на кону решающего поединка была путевка на европейские соревнования. И Катя отправится туда. Победила на центральном камне Екатерина Цибер, Дальневосточный федеральный округ, Приморский край, город Уссурийск. В декабре этого года Катя представит наш край и страну на первенстве Европы в Хорватии. Серебром на России блеснула Татьяна Бараболя весовой категории 44 килограмма. И здесь же ее землячка Карина Баламутова поднялась на третью ступень пьедестала, став бронзовой призеркой первенства страны. Отлично показали себя приморские девушки. В общекомандном зачете самбистки края заняли третье место.